Глубокие ямы в районе Авангарда и 10-го километра в Петропавловске начали заделывать щебнем. В городской администрации рассказали, что такой ремонт не более чем временные меры. Его проводят на самых опасных участках. Жители нашего города могут наблюдать, что ежедневно на участке от Авангарда до 10-го километра проезжает бригада дорожников и поправляют ямы с помощью щебенки, подсыпают. Для чего это мы делаем? Это ни в коем случае это не ремонт. Это временная мера для того, чтобы автомобилистам хоть как-то можно было двигаться. После того, как начнут, как у нас будут хорошие температуры воздуха, здесь начнется ямочный ремонт в ближайшее время. В администрации добавили, что неустойчивая погода и значительные перепады суточных температур пока не позволяют начать ямочный ремонт повсеместно. Однако наиболее опасные ямы и выбоины на дорогах краевого центра начали заделывать еще в апреле. Ремонт методом пневмонаддува с использованием мелкой щебенки и эмульсии производили на улице Ленинской и Советской с помощью специальной машины «Магнум». На других участках выбоины заделывали с помощью щебня и гудрона.